Пчелки мои, всем привет, с вами как всегда я, мистер Медовик Сквирти, и сегодня мы с вами трейдим МФР Golden Unicorn. Поехали. Вы только посмотрите на эту красотуля, ну это красотуля, она переливается, во-первых, всеми цветами радуги, она золотая, и на рынке типа eBay там и прочих таких площадочках она стоит 15 тысяч рублей, народ, 15 тысяч рублей, что за питомчика? Просто за Golden Uni MFR так много денег, что? Да, ребята, это очень много, это очень дорогой питомец. И мы, конечно же, с вами находимся уже на трейдерском сервере. Это не может нас не радовать. И сейчас мы будем смотреть с вами, что же нам будут предлагать за этого прекрасного... Что? Это что такое? Что? А что происходит? Что за танки? У меня глючит, что ли, или что? Я просто все свои праздники, весь Новый год играл в War Thunder. Алло. Что происходит? У меня глючит или что? Почему здесь так много танков? Что происходит? Так, давайте какому-нибудь... Что мне тут больше всего привлекает? Вот жирафик. Ну-ка, подожди. Ну-ка, может быть, ты мне что-нибудь предложишь? А что я не могу кликнуть? Вот, трейд. Ну-ка. Окей. Какашка. Что происходит? Камон, что происходит? Алло? 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 Связь теряется. Что происходит? Камон? Народ, всем привет, с вами, как всегда, я, мистер Сквирти. Сегодня мы проверим с вами, а так ли хорош начальный самолет P-26 в War Thunder. Поехали! Ну и для тех, кто в танке, я напомню, как же зарегистрироваться в War Thunder. Для этого переходите по ссылочке в описании, по которой вы, кстати, получите бонус, очень-очень интересный. Что за бонус вы сможете проверить уже в игре? Нажимаете на кнопочку «Играйте на ПК», заполняете все регистрационные данные, нажимаете «Создать аккаунт», и у вас автоматически скачивается лаунчер. После этого вы его просто запускаете, ждете 15-20 минут, когда скачается игра, и заходите в игру. Если вы хотите поиграть вместе со мной, с мистером Сквирти, то мой ник вы видите сейчас на своих экранах. А мы начинаем проверять самолет. Итак, дорогие друзья, мы с вами уже находимся в бою, меня уже кто-то атакует, камон. Что происходит? Хватит. Ну-ка, перестань. Легенда 8539 меня атакует. Посмотрите, он прям на хвосте сидит. Нам нужно пикировать вверх срочно. Он не хочет от меня отвязываться. Негодяй какой, а. Так, сбавим скорость и сейчас сделаем вот так. Отлично! Мой товарищ его подбил. А я сейчас его добью. Самое прекрасное в War Thunder, что мне дико доставляет, это качество графики. Она просто как в реальной жизни. Плюс еще. Вы можете прокачивать каждую свою технику, выполняя несложные ачивочки. Так, погодите, вон там танки, по-моему, да? Это же танки, камон! Убьем, заодно проверим маневренность нашего... Стартер-пак самолетика. И теперь плавненько отходим от земли, не задевая ее. Прекрасно, ребята. Слушайте, хороший самолет. Он мне очень нравится. Уходим в небеса. Сейчас будем атаковать с вами самолет. На Бануре. Отлично. Самолет. Что происходит? Алло? Что это такое? Что происходит? А? Омагад. Что происходит? Какой адопт мне? Так, я надеюсь, камеру меня не записывает. Я почему-то появился на MFR Gold Uni. Я так подозреваю, и мне сейчас нужно посмотреть, что за него будут здесь предлагать. Окей. Мне предлагает рейд Санжарив. Давай посмотрим, что он может мне предложить. Кстати, где мой розовый блокнот? Где-то он здесь был. У меня розовый блокнот же, да? Так, вот он. Вот он. За MFR Golden Uni я могу требовать MFR Arctic, MFR Bat, но очень вряд ли, конечно. MFR Черепаха. Ну и добавочки MFR Кенгуру с добавкой, MFR Frost с добавкой, MFR Попугай с добавкой, МФР Сова с добавкой, МФР Сноу Сова и МФР Фури мне предлагают что-то достаточно мало. Это достаточно мало. Нет, не хочу. Муаги хочет мне что-то предложить. Давай посмотрим. Жираф. Не хочу. Нет. Жирафа не хочу. Жираф это очень мало. Нет, по цене вообще не сходится, к сожалению. Отклоняю. Вообще сервер такой себе, я смотрю, не очень-то он донатерский. Но вот МФР собака тут есть. Совушка, королева пчел. Следующий трейд прилетает, посмотрим, что мне сейчас может предложить человечек под ником DanFrega123. Frost Fury, Скиллерекс, Сова, Тирекс, Йети, Райдели. Мало, не хочу. Нет, не хочу. Нет. Мало. Эниофициал 1990 предлагает трейд. НФР Пингвин.
МФР Пингвин за МФР Голд Уни? Что? Что? Нет. Нет, это очень мало. Я не могу такое принять. Нет, это очень мало. ККХДТ хочет мне что-то предложить. Смотрим. Ворон, стегозавр, кошка и всякое брахло. Всякое брахло, это мне не подходит. До свидания. Опять человечек предлагает трейд. Смотрим. Фрост Фури, снежная сова, летучая мышь, снеговик, стегозавр, трицератопс, Гроу Слот, картоха фри, пушка. Нет, это трейд не пушка. Абсолютно отклоняем трейд. Хапапай предлагает трейд. Смотрим. Он мне предлагает что? Что? Игрушка Фенек. Игрушка Феникс, точнее. Золотой Уни, Фрост Фури, Ниндзиманки, Рободог, Китсуня, Индюк, Гиена и Сова. Это крайне мало. Извините меня, пожалуйста. Нет, я такое не буду принимать. До свидания. Павел 228 предлагает трейд. Смотрим. Фрост Фури. Еще что? Снежная Сова. Калка. Нет, до свидания. Мяфлаверчилд предлагает трейд. Смотрим. Что она мне может предложить? Что? Это шутка, что ли, какая-то? Это шутка? Это шутки здесь, что ли? Нет, конечно, до свидания. Воу-воу-воу, опять, что происходит? Что происходит? Камон, алло! Пчелки, меня кто-то телепортировал прямо в War Thunder, камон! Я вижу впереди танк, вражеский танк. О май гад, где ты? Бау! Быстрее! Атакуй! Техника уничтожена, прекрасно! Ух ты, как я чуваков побил, там нормально. Так, значит, где-то рядом еще, скорее всего, будут танки вражеские. Мне нужно захватить, видимо, точку, иначе меня не вернут. Впереди вижу танк! Прицеливаюсь! Бау! Не попал, мимо! Еще! Перезарядочка! Быстрее! Бау! Блин! Вот еще вражеский танк! Народ, я стреляю! Да что ж такое? Давай! У них здесь респаун какой-то, они здесь респаются. Критическое повреждение. Нормально. Все, убили. Следующий. Пошел, попадание. Еще разок. Давай. Еще один. Ё-моё, у них тут респаун. Быстрее. Перезарядка. Попадание. Еще один. Миссия выполнена. Пушка. Просто пушка. Воу. Опять что-то происходит. Что происходит? Камон. Меня, видимо, перекинуло на более крутой сервер. Посмотрите, да, однозначно более крутой сервер. Посмотрим, что здесь мне будут предлагать. Как меня занесло в Adopt вообще? Что происходит? Мне предлагает рейд машина Мгамербой. Сейчас я посмотрю, что он мне может предложить. За МФР Голтуни. МФР Арктика Лень. Еще что-то. МФР Кенгуру. Китсуня. Нет, еще Китсуня. Нет, очень мало. Не хочу такое. Нет, до свидания. Салик Плейс предлагает трейд. Смотрим. НФР Олень. Арктик Олень. Все, до свидания. Сквиши Блу предлагает трейд. Смотрю, что он мне... О, господи, что это было? Так, НФР Тирекс, НФР Уни. Сова Тирекс, Китсуни, Кинг Би, Рободог, Джинджер и... Йети. Нет, не хочу такое. Не хочу, мало. Басаджоя предлагает трейд. Смотрю, что он мне может предложить. Так, НФР Эви Луни, два попугая, еще. Все, нет. До свидания. Альфаштейн 39-4 предлагает мне НФР Попугай. Так, подождите, розовый блокнот. НФР Попугай с добавочкой мне нужен. Он мне предлагает только НФР Попугай. Нет, до свидания. Джейкоб Лонг, смотрим, что он мне может предложить. Так, НФР Фрост. НФР Фрост мне нужен с добавкой. Нет, не могу на такое согласиться, до свидания. War Thunder официал, что? Что? Камон, опять, что происходит? Что происходит опять? Ура, товарищи, наконец-то меня опять вернули в War Thunder. И, как я понимаю, мне нужно сейчас поиграть за малый флот. Но, мне кажется, здесь чего-то не хватает. А давайте-ка немножечко изменим наш корабль и наклеим пару наклеечек интересных. Например, вот такую вот. Чтобы наш корабль отличался от кучи других кораблей. И вот такой вот мадам, например, но с другой стороны. Отлично. Выглядит просто великолепно.
великолепно, выглядит просто прекрасно. Теперь я хочу его проверить. Надо его испытать, мне кажется, да? Отправляемся в бой. Вся прелесть War Thunder, вот что мне лично нравится в War Thunder, то что если мне надоело, например, играть за самолетики, я пошел играть за танки. Если мне надоело играть за танки, я пошел играть за малый флот. Надоел малый флот, я пошел играть за большой флот. Ну и плюс, конечно, огромный за физику разрушения. Это просто великолепно. Сейчас я буду наблюдать за вражескими кораблями. Возможно, они где-то здесь будут уже. Вон! Враг! Враг по курсу! Вот враг. Атакуем. Так, я постараюсь параллельно захватывать точку. Врага пока не видно. Сейчас я попробую запульнуть в него. Торпеды. Где ты, дорогуша? Инна, кстати. Девочка играет. Инна. Где ты, дорогуша? Я в тебя вот так поатакую. Попадание. Нужно понимать, что малый флот, он все-таки находится на воде, да? Соответственно, передвижение не такое же, как на танке, не такое же, как на самолете. Так, я сейчас попробую запульнуть. О, магад, малая глубина. Здесь уже не до торпед. Миссия выполнена, мы выиграли. Прекрасно. Мое место в команде третье. Вообще пушка, вообще неплохо. Отправляемся в ангар и хочу напомнить вам, дорогие друзья, что мой ник сейчас указан на экране. SquirtyUT. Заходите в первый закрепленный комментарий или же в описании к видео, скачивайте игру и играйте вместе со мной, с мистером Сквирти. Ну и, конечно же, вы получите небольшой, но очень эффектный бонус, если перейдете именно по моей ссылочке. Пчелы, видимо, за мою победу меня перекинули на очень крутой трейдерский сервер. Вы только посмотрите, неоновый Shadow, мега неоновый Frost. Сейчас мы посмотрим с вами, что же здесь мне будут предлагать товарищи донатеры. Прошу вас, предлагайте мне трейдики. Так, а что у меня там по списку? МФР Golden Uni. О, прилетает трейд. Сейчас я вам зачитаю списочек, дорогие мои пчелочки. Но сначала посмотрим, что же мне предлагает. Мега неоновая кенгуру, Starfish, Килпи, Бет. Убрала. Нет, в любом случае это мало, не хочу. Нет, не хочу. Что у меня по списочку? НФР, так, НФР Арктик, НФР Бет. Ну, конечно, очень вряд ли. НФР Черепашка, ну и с добавочкой. МФР Кенгуру с добавкой. Ну, там добавка такая себе была. Ну, вы сами видели, там такая себе добавочка. Это вообще ни о чем. НФР Фрост с добавкой. НФР Попугай с добавкой. НФР Сова с добавкой. МФР Сноу Сова или МФР Фури. В целом, про МФР Фури это норм тема, потому что МФР Фури на данный момент, ну, она обесценилась, да? Это не первые дни после обновления, само собой. Сейчас МФР Фури обесценилась вообще в край. Но когда пройдет полгода, годик, это будет пушка, народ, это будет пушка просто. Ну что это мне, CC8i, может что-то мне предложить или что, или мы с тобой в МФР пустоту будем играть, камон? Что это такое? Нет. Я на МФР пустоту не буду соглашаться, это очень мало. Нет, извини, пожалуйста, до свиданницы. О, тут чувачок написал, я пчела. На-ка, держи-ка. Я пчела, вот, подожди, держи-ка трейд. Сейчас я тебе подарю. Держи, Фрост Фури. Держи, солнце, пчела. Спасибо тебе огромное за то, что меня смотришь. Спасибо тебе огромное за твои подписки, лайки и прочее. Спасибо тебе большое. Держи, Фрост Фури. Я надеюсь, ты рад. CC8i. А, это только что трейд с ним был или с ней. Я не знаю, кто это. Держи. Я надеюсь, ты обрадовался или обрадовалась. Я не знаю, пчела, кто ты. Держи, принимай трейдик. Спасибо тебе огромное за твои лайки. Спасибо. Но мы с вами продолжаем трейдиться, камон. Трейдики. Блин, какие тут все красивые. NFR Shadow. Так, Cool Boy предлагает мне трейд. Давайте посмотрим, что же он мне может предложить сейчас. Cool Boy 5. Так, неоновый Shadow, мега неоновый Китсуня. Отклонил трейд. Так, мне предлагает что-то пчела моя. Ну-ка, что ты мне можешь предложить? Я тебе только что дал подарочек, что ты хочешь? Он мне предлагает NFR Арктик Оленя, NFR Бета. Мало. Извините, пожалуйста, не могу на такое согласиться. О, неон White Scooter, глаз скутер.
Айс-скутер. Нет, не могу, извини, пчелочка дорогая, извини, не могу согласиться. Смотрим следующие трейды. МФР Shadow, камон! МФР Shadow здесь, на нашем сервере. Это пушка. МФР Shadow, как же я мечтаю его потрейдить, народ. Пчелочки, вы не представляете, как я мечтаю потрейдить МФР Shadow. Кстати говоря, опять мне пчела предлагает трейд, не буду соглашаться, потому что он уже сделал свои предложения, я не могу на такое согласиться. Кстати говоря, у нас вообще-то есть телеграм-канал. Обязательно на него заходите, подписывайтесь, мы там общаемся, я там даже записываю аудиозаписи, да, голосовые, мы с вами общаемся. Sunflower 0139 предлагает мне трейд, давайте посмотрим, что же она мне сейчас может предложить за мега-неонного Flyright Gold Uni. Камон, нет. Что, нет, конечно. Что, издеваешься надо мной? Нет, мало, мало-мало, мало, нет. Нет, 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 до свиданицы. Купкейк Углигал предлагает трейд, давайте посмотрим, что же он мне может сейчас предложить. Купкейк, давай что-нибудь хорошенькое. Что-нибудь из списка, пожалуйста. НФР Фрост Фури, НФР Золотой Дракон, два НФР Пингвина, еще и Золотое Яйцо за НФР Уни. Это мало. Это мало. Мало, потому что, ну, смотрите сами. У меня 16 золотых уни. Он мне предлагает НФР дракона золотого, да? 2 НФР пингвина, но это вообще никак не 2 НФР уни золотых, естественно. Предлагает НФР Фрост Фури, который сейчас обесценился. Золотое яйцо тоже такое себе. Нет, это маленький трейд, не могу на такое согласиться. Извините, пожалуйста. Петагони, нет. С таким обращением я не буду больше давать петов. Я ж пошутил тогда, ну вы чё, народ? Пчелы, я пошутил тогда. Не надо у меня так просить питомцев. Опять мне пчелка предлагает трейд. Ждем следующих трейдов от донатеров. Камон, начинаем спамить в чат. Трейдинг Мега Голтуни. Давайте, донатеры, меня замечайте, пожалуйста. Смотрим, что же мне сейчас могут предложить. Нака 67 предлагает трейд. Давайте посмотрим, что же он мне сейчас может предложить. Нака 67634. Давай. Хороший трейд. Давай что-нибудь предлагай. Давай. Давай. Давай что-нибудь хорошенькое. МФР Черепашка и Арктик Олень. Еще один Арктик Олень. Ну, добавки такие себе, честно говоря. Добавочки такие себе, не очень хочется соглашаться. Но в целом, МФР Черепашка это норм. В целом, да. В целом, МФР Черепашка это норм. И это очень хороший бы трейд был. Но, извините, пожалуйста, нет. Нет, добавочки такие себе. Такие себе добавочки, нет. Ну, Фрост Фури вообще ни о чем. Убрал Фрост Фури, что-то другое поставишь мне? Нет, 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 нет. Ждем следующих трейдов. Теркатил предлагает трейд. Давайте посмотрим, что же он мне сейчас может предложить. Жить. Что? Крякнутое яйцо и НФР Фрост. Такая себе добавочка для НФР Фроста. Нет, извините, ждем следующий трейд. Нака опять предлагает трейд, давайте посмотрим. Ну и, конечно же, не забываем спамить в чатик. Трейдинг Мега Голтуни. Ничего он мне не предлагает, до свидания. Виру предлагает трейд, давайте посмотрим, что же он мне сейчас может предложить. Напоминаю, цена этого питомца на рынке, да, на не совсем легальном рынке, 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей какой-то питомец в Adopt Me. Камон, на 15 тысяч рублей можно купить 3 игры для Nintendo Switch. Между прочим, 3 игры. Так, Виру ничего мне не предлагает, до свиданицы, извините, пожалуйста. А вот предложили бы мне сейчас МФР Сову Снежную, я бы согласился. Вот 100% я бы согласился на МФР Снежную Сову. Да, 100%, 100%, 100% согласился бы. Оу май, мега неоновый бет. Ребята, такой трейдерский сервер, бомбический. Мвах Ромихох предлагает трейд. Давайте посмотрим, что же он мне сейчас... Так, МФР Королева Пчел. Нет. А вы как думаете? Вы как думаете, кто на примере? Пишите в чат обязательно, соглашаться ли на этот трейд или нет. МФР Королева Пчел на МФР Голд Уни. Фиг знает, вообще фиг знает. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, дорогие мои пчелочки. Это маленький трейд. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Всем хорошего настроения и всем пока-пока!